Так, всем приветушки, ребятушки, и сегодня здоровский день. Сегодня очень здоровский день, потому что сегодня день рождения кое-какого человечка, а именно у того, по вине которого я, собственно, и начал здесь играть. Вот он едет позади в красной машинке. Это Марат Минибаев. Именно по его вине я сейчас здесь еду вместе с ним, мы едем ко мне в гости отмечать его день рождения. Я решил, почему бы не рассказать ту историю, как я вообще начал здесь играть. В общем, история очень довольно-таки запутана немножечко, ну и довольно-таки проста в то же время. Я был знаком с одним человеком, с которым очень долгое время не общался, где-то год, наверное. И ночью вдруг решили мы созвониться. Мы болтали около 4 часов, а потом подключился в конфу Марат, как раз таки. И после того, как тот человек, с кем мы не общались год, отключился, мы продолжили с Маратом общение. С Маратом мы не общались где-то года 3, наверное. Мы очень давно играли на одном из проектов, на одном из проекта SumperP. В общем, есть такой, кто знает. И он говорит: а ну-ка, зайди-ка давай сюда, вместе побегаем, очень интересно. А я не признавал вот эти всякие русские моды, русские сервера и все такое. Он говорит: давай зайдем, поиграем, тебе понравится. И я почему-то, вместо того, чтобы идти спать, я не знаю, что меня дернуло, но почему-то вместо того, чтобы идти поспать в 5 утра, зачем-то вместе с ним скачал этот мод, то, что он мне кинул ссылочку, он мне объяснил там что-то как. Зашел, и все. С этих минут... меня сюда засосало, так сказать. И через 3 дня я уже создал канал и начал здесь снимать. Поэтому я благодарю тебя, Марат, за это, что ты вот так вот... Я не знаю, как это вообще получилось, это очень удивительно, на самом деле, что именно вот тот день, именно вот так вот подключился, не знаю, с утра, это вообще жесть какая-то. Благодаря именно ему я узнал об этом проекте, спасибо. Я тебя поздравляю искренне с сегодняшним днем рождения. Насколько я знаю, тебе сейчас исполнилось 35 лет. Это круто. И желаю тебе всего хорошего, счастья, добра, позитива, всего самого наилучшего. И сегодня я решил вот... ну, мне предложил, вот как ты видишь, Ричард Хилл отпраздновать, так сказать, чуть-чуть, да, день рождения твой у меня дома. И почему бы нет? Почему бы нет? Без проблем. И сегодня мы тусим. Тусим здесь. Тусим с тобой для тебя. В твою днюшечку. Так, у меня закрыто, да? Закрыто, да. Я никого не пускаю, потому что я помню, я тут спал, в общем, дома. Бомжики вломились и меня убили. Мне это немножечко не понравилось. Я открываю дверцу. Как вы видите, вы не удивляетесь, конечно. Ладно, так, дверь открыл. Вы не удивляетесь, это норма. То есть она уже 2 дня здесь стоит. Мы ее загнали все-таки на стримчике. Одном вот эту вот машинку, кто в курсе. И она теперь всю жизнь стоит там. Здорово, кстати, выглядит. Ну, скажите, ну, вообще здорово. Так, я открыл дверь? Открыл. Все, заходите, пожалуйста, в гости просим. В гости просим. Заходите, напишем. Заходите, пожалуйста. Пожалуйста, ребятушки. И, естественно... каминчик мы сейчас зажгем, уже горит, все, замечательно. Все горит, дома у меня тепло. Надеюсь, так, что здесь грязные бомжи делают, никчемные. Вот его я точно не звал. Всех ребят звал, но его не звал. Ну ладно, так и быть, еще и сигареты зашел. Посмотрите, грязные сигареты на мой ковер встал, драгоценненький. Ну ладно, 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 все хорошо. Только благодаря того, что... тому, что у Марата день рождения, я прощу тебя, Амар 13, не буду тебя выгонять, не буду тебя сжигать в камине. Я хотел, в принципе, тебя подбросить только что, но ладно. Ну, почему бы не сделать и для тебя подарок в таком случае? Да, можно потанцевать немножко, жалко, что музыки, конечно, нету. Именно вот здесь, да, надо было концертный зал. Да, что-то типа такого было бы интересно, или, знаете, вот было бы, например... какое-нибудь радио здесь устояло на окошечке, раз, включил, да, и пошла музычка, пошел музончик, пошли танцы, было бы, конечно, намного круче. Но, в принципе, можно включить, например, у себя где-нибудь музычку, да, и также устроить дэнсинг. Дэнсинг в честь днюшечки, почему нет, потанцевать можно. Танцевать я особо не очень люблю, так интенсивно, да, и... нет, так я тоже не очень люблю. Такой простой, нет, такой не надо, я такой не люблю. Простой медленный танец. Ну нет. Вот, то есть для старого. То есть я старый, нужно все по РП делать. И вот, пожалуйста, танцы для пожилых
пенсионеров. Ну, 7 пенсионеров, по сути, пожилые. Ну ладно. Кто-то уже веселится. Конечно, без музыки. Я поставлю музычку в любом случае какую-нибудь, да? То есть на фоне у меня всегда играет музычка. Но сейчас вот я танцую просто так. Я чувствую себя каким-то наркоманом. То есть в тишине тут топают, значит, люди по полу. И я под эти топоты танцую. Как-то вообще нелогично и, наверное, немножечко неправильно. Ну ладно, все равно. Днюшка. Не ожидал, что, кстати, вот в такую рань. То есть сейчас по Москве 7 утра. Столько народу придут в гости. Не знаю, почему к Марату не поехали, но почему бы и нет, можно и ко мне съездить. У меня дом не хуже, я думаю, да? А вот. Поэтому еще раз тебя поздравляю, Марат, с днем рождения. Тусим, отдыхаем. И этот денек, и то, что здесь происходит, это для тебя. Вот так вот. Пока.